Останется или еще куда уйдет? А вот землю будут делить, что тогда? А мы попросим председателя, пусть выделит и нашему затворнику. Ему, если хочешь знать, и трех арших хватит. Прикуси язык, пустая твоя башка! На меня как посмотрит? И на меня. Все курит, курит. А ну посмотрите, что он ест. Ничего не ест, он табаком сидит. Табака-то у него целый мешок.
Доброе утро. Доброе утро. Где дом на Габета? А, дом на Габета? Да. А, тут рядом. Вон он. Я на Габету довожусь с зятем. Зовут меня Апро. Какой был человек? Это уже не тот на Габет, что вы теперь видите. А был он раньше главой рода, муж, отец огромного семейства, благородный, уважаемый. А теперь от него только тень осталась. Очаг его разрушили, близких его всех перебили. Да, большая беда с нами случилась. И вот живет человек на свете, а зачем, не понимает. Какой кусок поганым псам достался. Камень не выдержал бы, любая тварь с тоски себя загрызла бы. А он живет. Ну, скажи нам все-таки, почему он среди нас живет, а нас как будто и не видит? Да ведь он как будто не живой. Да, ходит, сидит, ложится, курит, но он не живой человек. Мир для него мрачная могила. Разве виноват человек, если его молния обожгло? Если ему душу выжгло? Моя жена Антарам из всего Нагабетова рода одна уцелела. Исчез род Нагабета. Нету. Уничтожили. В нашем селе живет один беженец из тех краев. Он мне сказал, что Нагабет из Артамета у вас поселился. Ну и пустился я в дорогу. И вот нашел. А теперь пойду обратно. Вернусь домой. Жену подготовить надо. Нагабет!
Ничего. Пусть поплачут, на душе легко будет. Доброе здоровье, Афро. И ты будь здоров, дядюшка Мовсис. Вот сестру привел к брату. От радости плачут. Так уж повелось. Горе плачут, радость опять плачут. Слезы это хорошо. А иначе сердце бы разорвалось. Нурайш, это мой сын, Нагапет. Иди, сынок. Дядя тебя благословит. Пошел. Глаза сиропа. Волосы, брови твои. Брат мой родной Нагапет. Умереть мне за сиропа. Айро, Райра, Геворка, Андраника, Жирайра, Марал, Сосе. Лежать мне прахом на их могилах. Как Бог это видел и допустил? Для кого советская власть? Да для нас с вами. Она пришла к нам и говорит: довольно вам голодать, бедствовать. Все в ваших руках. Земля отдана вам навечно. Сейте, сажайте, живите безбедно в своем отечестве. Товарищи, товарищ Ленин послал письмо народам Кавказа. Подробнее об этом расскажет товарищ Арутюн. Говори. Товарищ Ленин это письмо передал через своего близкого друга, Александра Мясникяна, и сказал: вот возьми и отвези. Там говорится, кавказские народы, ну и, конечно, армянский народ в том числе, не должны больше бояться чужеземных соседей. Они могут спокойно строить новую жизнь, трудиться на своей земле. Все понятно, товарищи. Так вот, правительство Армении решило строить Ширакский канал. В строительстве должно принять участие и наше село. Товарищи, кто хочет поработать на строительстве, пусть поднимет руку. Чего в рот воды набрали? Запиши меня. Меня тоже. Меня тоже. Меня тоже. Значит, теперь вопрос такой. Землю будем делить подушно. Как быть на этом? Выделить на одного? Мало. Клочок. На двоих дать? Незаконно. Как быть, не знаю.
Слушай, Хукас, могу хоть сейчас расписку дать, что на Агапет, если не весной, так уж к осени обязательно будет не один. Дай перо, распишусь. И я распишусь. И я могу. Постойте, товарищи, постойте. Горло за него дерете, ругаетесь, а его ни слыхать, ни видать. Сидит заперти. Откуда я знаю, что у него за мысли в голове? Чего он хочет? В чем нуждается? А почему не сходишь к нему? Боишься, ноги отвалятся. Вот ты все умничаешь, только слышно от тебя. Ленин, да Ленин. А ты бы лучше сделал, как Ленин. Землю делим, отец. Крик стоит. Все меня ругают. Каждый норовит отхватить, где получше, да побольше. А ты почему ничего не просишь? Здравствуйте. А? Землю делим подушно. Ты живешь один. На одного дать мало получишь. Ну, как нам с тобой быть? На двоих выделить. Я живу один. Выделяйте, сколько одному положено. Это справедливо. А в случае чего, добавим тебе. Что требует от нас советы? Вот, к примеру, такого, как ты, взять за руки, поднять и сказать, стой твердо. Ну, что с тобой поделаешь? Бери пока что на одного. Спасибо тебе, господин Лукас. Долгих тебе лет. Какой я господин? Кто ты не есть, будь счастлив. Господин. Здравствуй, господин Симон. Здравствуй, председатель. Эх, люди, люди, чего потеряли, чего лишились. И вот ссорятся, никак не поделят камни. Вода мельницу унесла, они по жерновам убиваются.
Ты устал, наверное, Напет. Ну да, я все понимаю. Обиделся, что обманул, обманом завлек. Говорила, она больна. Она, как видишь, здорова. Если уж по правде, Напет, то мы вдвоем, Антарам и я, до этого додумались. Но я первый. Но ведь это только ради тебя. Твоя сестра и я, твой младший брат Апро, желаем тебе добра. Так вот, я говорю, Напет, и ты ко мне прислушайся. Напетов род тобой не должен кончаться. И мы решили, что ты должен жить, как все люди. Невесту уже выбрали. Себя не жалеешь, сестру пожалей, Напет. Я хочу, чтобы ты жил. И чтоб продолжал свой род. Ну, послушай меня, Напет. И Апро, и я, мы день и ночь только и думаем, чтоб рядом с тобой был родной человек. Это надо и по закону, и по совести. У нас в селе Нагапет живет женщина, зовут Нубар, тоже одна, как ты, и тоже бежала из тех краев, все потеряла. Ну, чем тебе не пара? Тихая, работящая, здоровая, добрая. А, Нагапет? Так что ты мне ответишь? Пойти поговорить с ней или как? Не приставай к нему, пусть себе курит. Он нам с тобой доверяет. Мы ему не чужие, слава богу. Как решили, так и будет. Нурайр устал. Пусть идет спать. Я забыл тебе сказать, Нагапет. Нубар похожа на твою сестру, ну просто как две капли воды. Высокая, стройная. Нет, достойная женщина.
Входи, входи, ну, ба. Не смущайся. В гостях у нас не чужой человек, родной брат наш. Входи. Может, вы идите поговорите? Мне готовить надо. Ну, бар пришла мне помочь. Пойдем, если так. Чей это голос? Кто зовет меня? Несчастный Хакоб, твой крестный. Что? Наобед, крестник мой. Наобед, сынок. Я забыл, когда была твоя свадьба. Вчера? Нет. Сынок, слезы на глазах. Не выплакал, у меня их уже нет. Все мое состояние. А ты, ты единственный мой наследник. На, бери, спаси их. Пусть когда-нибудь снова расцветут артамецкие яблони. Но Апета и Нубар надо собирать в дорогу. Жалко, но пора уже. На, держи. Через недельку заеду за валами. Счастливо доехать. Живите в мире и в согласии. Thank you.
Не холодно тебе? Не простынешь? Не простыну. Сам не простыну. Вали стали на гапет.
Слезай, Нубаш. Ешь, Нубаш. Возьми, Нубаш. Давай, Нубаш. Путь еще долгий. Thank you.
добрых людей ты родилась, невестушка. И Нагапет хороший человек. Только душа его изболелась. Утешайте друг друга. Даже малой птахе, и той нужна пара. Ни одна тварь, ни один зверь не живет без подруги. Так в жизни устроено. И вот я, ваш близкий сосед. И сердце мое радуется сегодня, что Нагапет нашел себе пару. Ты, дорогая невестушка, послана ему судьбой. Правильно. Живите долго и будьте здоровы. Мое имя Нагапет, тоже Нагапет. Но все зовут меня Наго. Дорогой мой тезка, сестрица Нубаш, я пью за вас, чтоб все у вас исполнилось, чего вы хотите. Правильно. А теперь я вот что скажу. Когда ты прилаживал дверь к этой лачуге, я подумал, будет жить, не помрет. Брат мой Нагапет, если Бог хоть теперь не станет к тебе добрым, так я такого Бога и знать не хочу. Спасибо, Господи. Не правда, что ли? Как благословлять зверство, так он тут как тут. А как для доброго дела, зови его, не дозовешься. Хватит языком молоть. Если он проклял плуг армянина и благословил я таган, я такому Богу не поклоняюсь. Сам лучше не буду язычником. Давай, считайте меня язычником. Господи, так греха не боится. А вот я спрошу тебя, святой отец. Мы народ благопослушный, верующий. А почему ж твой Господь Бог так не любит нас? Это твое невежество, он нас любит больше всех. Ага, ага. Если любит, чего ж не заступился? Так вот знай, если кого Господь любит, того он испытывает. Ясно, кого любит, того уничтожает. Сердечное ему спасибо за такую любовь. Хватит, по горло сытый. Пусть он лучше нас не любит. Пусть он любит наших врагов. Нет, я ухожу. Я не ладно, сиди, сиди. Не кощунствуй, покайся. Я тебе быка подарю, но не покаюсь. И смотри, наш председатель пришел. Добрый вечер. Садись, председатель. Сюда, сюда, к нам. Вот видишь, Нагапет, говорил я тебе, бери землю на две души. Ты не хотел, отказывался. Теперь захочешь, а я не дам. Что сделаешь? Ничего не сделаю. Будешь прав, если не дашь. Решай сам. Чудак человек. Я пошутил, а он и вправду. Ну, будь здоров. И пусть будет здорова твоя жена. Живите 100 лет. На здоровье тебе, председатель. Будь здоров, Лукасик. А теперь, отец, слушай, что я скажу. Землю рядом с твоим наделом тебе отдаем. Советская власть – это наша с вами власть. И пришла она точь-в-точь вовремя. А, правильно, Наго? Правильно не бывает. Ну ладно. Пришли, посидели, поздравили, пора и честь. Да, пошли, пошли. Завтра рано утром приду к тебе с землемером, отмерим тебе землю на две души и даже, может, чуть больше. Пошли, пошли по домам. Как сказал, так и сделал. Земли и правда чуть больше. Где там у нас лопата? Принеси, Нубаш.
Ну, баш! Ну, баш! Что такое, Нагапет? Ну, баш, посмотри, росток пробился. Праведный человек, наш брат Нагапет, камню прикоснется, и тут же сразу цветок расцветает. И сам праведник, и жену такую взял. Остав Нагапета на все, воля Божья, ты сам вероотступник и других сбиваешь с толку. Твоя правда, твоя правда. Пускай я буду вероотступник, а ты святой человек. Вот и спросил Господа Бога, почему он на эту скудную землю столько камней накидал. Нет, я ухожу, я не могу это слушать. Не пущу, садись. Господь терпел и нам велел, так что ли говорится? А вот в тебе нет смирения. Святой, святой, а с характером? С характером, с характером. Нагапет, вставай! А? Саженцы гибнут! Саженцы? Thank you.
Нахапет. Что, Нубаш? Хочу тебе что-то сказать. Скажи, Нубаш. Я жду ребенка. Женщине в такое время всегда хочется кислого. Ешь гранаты. Спасибо, Нахапет. Пить захотелось. Вынеси кружку воды. Сколько тебе еще носить, Нубаш? Сегодня опять под сердцем шевельнулся. Он так толкается, озорник видно. Почему он? А может, девочка? Нет, я знаю. Мальчик будет. Как твоего первенца назовем? Жирайр. А девочка, как мою старшенькую, Цувинар. Хоть мальчик, хоть девочка, одинаково обрадуюсь. Был бы жив-здоров. Невесело смотрит. А с чего ему веселиться? Все горе людское на себя взял. И ростом, говорят, не богатыр. Вот Ленин сейчас болеет. А как выздоровеет, так сразу пойдет по всей нашей земле посмотреть, как люди живут. И проверит, кому сколько земли нарезали. У кого хлеба нет, тому даст. А кто лишнее припрятал, накажет. И в наши горы, говорят, придет. Англия и всякие другие государства думали зачеркнуть законы, которые установил Ленин. Ни черта у них не вышло. Теперь радуются,
что болен Ленин. А вот трудовой народ в их странах, наоборот, любит Ленина и письма шлют. Пишут, чтоб Ленин скорее выздоравливал. И им тоже помог. Эх, 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 Ленин, Ленин. Родился бы он лет на 40 раньше, не случилось бы с нами того, что случилось. И не узнали бы мы столько горя, сколько узнали. Народ вечен, Нубар, как наши камни, как небо над нами. А почему так, Нубар? Народ всегда справедлив, чистосердечен, трудиться любит, жизнь любит. Чего только с ним не делали, а он воскрес. Я Боргачата! Нахапет! 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 Что? Что, Нубар? Принеси воды. Разведи огонь. Сейчас. Поставь греть. Да. Сейчас. Сгореть. Да. Надень тулуп, не простудись. Да, Нубар, да. Вода, Нубар. Достань простыни. Сейчас. Вот. На. Положи.
Зина, опять нельзя. Соседку позови. Да, Нубар. Добрый сегодня будет день, Нагапет. В живом роднике вода не иссякает. Да. Это когда-то мне мой отец говорил. Угу. А я тебе говорю, да. Ты мне как сын. Извини, сердце у меня не на месте. Вот слушаю тебя, а не слышу. А я говорю, в живом роднике вода не иссякает. Да. Послушай, Мосес, может, ты свою Марьям на минутку вызовешь оттуда? Мне бы узнать, что там, как там она. А что она? Рожает и только. Такое уж ее дело. А твое дело терпеливо дня. У кого родится ребенок, я в тот же день у его дома посажу яблоню. Таков древний обычай нашей земли.